Всем привет, ребята! Вы на канале SoberVision. И сегодня я расскажу вам о супермуравьях, которые в настоящий момент развиваются каким-то невообразимым темпом. Это Мирмикария брунея. В этом видео мы откроем последний модуль в их гипсовом формикарии и посмотрим на самую быструю охоту среди всех муравьев, которых я содержал. Спонсор сегодняшнего выпуска – магазин Unkeeping Depot. Не упустите возможность приобрести редких муравьев, эксклюзивные формикарии с доставкой по всему миру в короткие сроки. Ссылка в описании. Итак, друзья и подруги, после того, как мы открыли Мирмикарий брунея второй модуль формикарии Азия, муравьи моментально его заняли. В самую дальнюю камеру переместилась и сама матка. И посмотрите, как быстро они заполняют расплодом все свободное пространство в гнезде. Им надо буквально 2-3 дня. И все предоставляемое место уже кишит рабочими и личинками. На арене тоже жизнь кипит полным ходом. Рабочие перетаскали песок по своему усмотрению и оголили акрил в одном месте. Поэтому с муравьями лучше делать крепкие основы на арене, которые будут не под силу муравьиным челюстям. Мусорка у них в дальнем углу, где и была. Поилка у меня лежит на арене, и брунея активно ее используют. Как же охотится такая банда? Давайте посмотрим на это на примере кормления туркменским тараканом. И на сегодняшний день это самые быстрые охотники из всех муравьев, которых я задержал. С ними не сравнится никто. Для них 3-4 секунды достаточно, чтобы поймать и обездвижить такого гиганта. Посмотрите на их моментальную реакцию и координацию действий. В поимке таракана участвовали только те рабочие, которые находились на арене. Тем временем сигнал о наличии вкуснейшего ужина поступает в само гнездо. Даже кот готов попробовать такого жирного отборного таракана. А из гнезда уже несется целый табун. Им надо срочно получить заветный белок и накормить тонну личинок в гнезде. Пир в самом разгаре. Жертва обездвижена, хотя и продолжает некие попытки освободиться. На стенках арены началась настоящая анархия. Муравьев носится целый табун. Это явно напоминает мне поведение огненных муравьев при охоте, только те носились очень безбашенно и нагло, а Мирмикария перемещается с полным пониманием происходящего. Муравьи как будто пытаются поймать еще кого-то. Ведь где один, там может быть и другой таракан. Они явно имеют определенный интеллект и командную слаженность. После поимки таракана коллективный разум приказывает затащить жертву в гнездо и устроить там пир на весь мир. Доставить таракана ко входу в гнездо не такая уже простая задача. У муравьев вначале получается лебедь, рак и щука, но потом процесс пошел, и громадная добыча начала транспортироваться в нужном направлении. Некоторые муравьи во время транспортировки таракана начинают его сразу разделывать. Отрывают от него все конечности и тащат их прямиком в гнездо. В доме начинается пир. Пока муравьи мучаются там с тараканом и пируют, займемся расширением гнезда. Так как два модуля прям моментально заполнены Мирмикарией, придется сразу же предоставить им новое пространство. Достаем одну перемычку и сразу же вставляем перемычку с отверстием. И Мирмикария опять демонстрирует прекрасную скорость освоения. Первые разведчики сразу же начинают исследовать новые просторы. Я увлажняю последний модуль, чтобы создать там оптимальные условия для выращивания потомства. Вода начала постепенно распределяться по гипсу, и брунеи это явно нравится. В это время на арене продолжается сложный процесс доставки таракана в гнездо. Основным препятствием был камень, который лежал возле самого входа. Муравьям все никак не удавалось затащить туда жертву, но спустя минут 10 таракан был у самого входа. Однако, как в мультике про Винни-Пуха, он застрял. Все попытки впихнуть его туда заканчивались неудачей. Тащили всем миром, и с внутренней, и с внешней стороны. В конце Мирмикария решила сделать по-другому. Разобрать таракана на детали и затащить все по отдельности. А в гнезде освоение идет полным ходом. И давайте сделаем временной скачок на неделю вперед. Посмотрите, как это вообще возможно. Полностью вся камера забита личинками. Скорость развития на уровне с огненными муравьями Solenopsis gemmata. Им нужно срочно предоставить место.
ВКонтакте мы проголосовали за подключение к формикарию башни из гипса. Так и сделаем. Но это уже совсем другая история. На сегодня все. Не забывайте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Если нет, конечно, дизлайк. Подписывайтесь на канал. Скоро запустим мегапроект «Таинственный остров». Он уже в процессе. Всем пока!